конце 16 века площадь российского государства составляла более 5 миллионов квадратных километров. В это время на территории России проживало 9 миллионов человек. Происходил процесс укрепления традиционной феодальной экономики. Мы снова переходим на личности и в этот раз говорим о двух царях, семейства Рюриковичей, деятельность которых сыграла решающую роль в становлении Марийского края. Мы находимся в горной части Мариэл в самом старинном городе Козмодемьянске. Он был основан в 1583 году по приказу царя Ивана Грозного. Художественный исторический музей имени Григорьева не зря называют «жемчужиной горной стороны». Здесь, кажется, все дышит историей. В бывшем особняке купца Пономарева, там, где раньше располагался мануфактурный магазин, уютно расположились предметы быта. Всего более 100 экспонатов. В музее воочию можно увидеть, как жил и работал горномарийский народ. И главное, как образовался город-крепость Марийского края Козьмодемьянск. По указу Ивана Грозного назвали его Козьмодемьянском в честь святых Козьмы и Демьяна. Вот даже вот эта фраза в историческом документе, она как бы говорит нам о том, что здесь уже что-то было, какая-то деревня, какое-то поселение существовало. Да, мы как бы уже можем сказать, что оно существовало, начиная с 1580 года, но, возможно, оно было еще и ранее. Но для этого нужны какие-то документальные материалы или археологические материалы. Их вот этих нет. Мы тогда опираемся на те легенды, которые сохранились, еще были опубликованы в литературе 19 века. Легенда гласит, в конце 16 века после покорения Казани царь Иван Грозный возвращался в Москву и остановился на ночлег на высоком берегу Волги, откуда открылась ему бескрайняя панорама заволжских далей. Царь счел это место стратегически выгодным и велел заложить на правом берегу реки Волга – город-крепость. Первыми жители Козьмодемьянска были стрельцы. Только потом крепость стали заселять выходцы из соседних областей. К 17 веку из маленького острога Козьмодемьянск превратился в процветающий ремесленный и торговый город. Стрелецкая армия в России, она была создана Иваном Грозным в 1550 году. Родоначальник он, вот эта стрелецкая армия. Она была вооружена, она была одета, вот, она получала жалование. И стрельцы на месте службы еще и имели возможность заниматься, значит, сельским хозяйством, ремеслом и торговлей. Помимо торговли, местные жители занимались рыболовством, охотой, а также ремеслами. Местная стерлядь продавалась в Москве и Санкт-Петербурге. Плетеная мебель по всей России. Во времена Петра I город стал одним из крупнейших поставщиков леса для русского флота и вторым по величине центром лесоторговли в России. Место расположения Козьмодемьянска было очень удобным. Именно здесь в 17 веке проходил Волжский торговый путь. Здесь шли суда из Персии, Средней Азии в Нижний Новгород и Москву. Смоленский собор, дом купца Губина, мужская гимназия, стрелецкая часовня. До наших дней в Козьмодемьянске сохранилось более 100 уникальных памятников истории и архитектуры. Здесь, в нижней части города, где находится частный сектор, по словам историков, и располагался в 16 веке древний острог. После присоединения Казанского ханства к землям русского царства Иваном Грозным на части присоединенных территорий вспыхнули так называемые Черемисские войны. В 1584 году для подавления восстаний в глухих марийских лесах царем Федором Иоанновичем, третьим сыном Ивана Грозного, был отдан приказ об основании на этой территории укрепленных военных поселений, одним из которых стал Царево-Кокшайск. В 1584 году летом мы знаем, что здесь было начато строительство крепости, куда уже по указу, по сохранившимся источникам, письменным источникам, в 1584 году, 1 ноября, Федор Иоаннович подписал указ о том, о первом воеводе, о назначении первого воевода Ивана Андреевича Ноготкова-Оболенского. Первоначально в крепости несли службу около 200 стрельцов и 30 новокрещенов. В башнях стен имелись проезды, рядом с которыми с трех сторон располагались рвы, наполненные водой. Четвертой водной преградой служила река Малая Кокшага. Новый город, Царев город на Кокшаге,
развивался довольно-таки стабильно, динамично. В первую очередь, первое десятилетие, конечно же, российское государство рассматривало это как ключевой опорный пункт все-таки на новоприсоединенных землях. То есть это была такая военно-административная крепость. Уже в начале 17-го года город заимел посад. Вот это уже получается вне крепостных стен. Появляются жилые дома, какие-то торговые места и так далее. 5 метров в высоту, весом более тонны. Бронзовую скульптуру Федора Иоановича установили в исторической части Ешкаралы в ноябре 2009 года. В этот же день открыли и Царево-Кокшайский Кремль. То, что раньше было лишь догадками историков, в веке 21-м признали и обнародовали. Стены Марийского Кремля очертили границу исторического центра. В 17 веке именно здесь был возведен древний острог. Сегодня многие даже не знают, по-разному относятся к этому явлению. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Оценят через много лет. Я думаю, что через года мы поймем, как правильно, что мы сегодня созидаем и создаем. Царево-Кокшайский Кремль и памятник Федору Иоановичу уникальны для нашей республики, да и в целом для страны. Сохранить традиции, которые зародились много веков назад, и те места, с которых началась история нашего города, пожалуй, это лучшая благодарность прошлому и уважение к будущему. На этом наш исторический экскурс заканчивается. Увидимся на телеканале «Регион 12».Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.